Число пи, формулы и решение уравнений – все это пришлось вспомнить участникам всероссийской акции «ЕГЭ для родителей». Экзамен собрал желающих со всего округа в Красковской гимназии номер 56. Для этого в учреждении оборудовали 11 аудиторий. Желающих почувствовать себя на месте школьников оказалось немало. Экзамен сдали 165 человек. Требования к родителям такие же, как и к школьникам, поэтому на пробной работе пришлось потрудиться. Тем более ЕГЭ по математике – самый сложный для родителей. На него отвели 3 часа. Столько же времени и для выпускников. На самом деле, хоть и базовая математика, но она требует тоже определенных знаний, потому что формулы забываются, даже элементарные, которые, как бы, кажется, мы знаем все. Я думаю, все-таки родители готовились к экзамену, повторяли очень тщательно, и у них есть возможность написать его блестяще. Всероссийская акция ЕГЭ для родителей проходит ежегодно. За время проведения она стала популярна среди тех, кто давно закончил школу. Экзамен по математике заключительный, его результаты будут известны в течение недели. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.